это электро. Как далеко ты что-то ушел? Я ж не заметил. Это... Блин, да тут что-то... Здравствуйте. Здравствуйте. Что за зверь? Можете рассказать? Вообще, можете о бренде рассказать, о стенде, так сказать, все полностью. Полностью мы занимаемся инженерной техникой. Начинали с производства насосов, скважинных, циркуляционных, дренажных станций, поверхностных насосов. Также комплектующие производства, баки, мембраны, головки, реле давления, сухой ход, вся автоматика. Вот. В этом году мы запустили новинку, это водонагреватели, литраж 30, 50, 80, 100 литров, и двухконтурную и одноконтурную электрический котлы. Такого нет ни у кого. Это новинка. По крайней мере, не видел ни разу. Ее нет ни у кого. Скажем так, расскажите об этом котле. Я так понимаю, это и есть двухконтурный котел, да? Да, перед вами представлена моделька двухконтурного котла 9-киловаттного. Он идет на 220 вольт, раздельные два теплообменника, насос, бак 5-литровый. Получается, это у нас, ну скажем так, первичный теплообменник, это вторичный. Да, этот работает на отопление, этот работает на горячее водоснабжение. Теплообменники с сухими тенами. Принцип работы. Две медные трубки расположены. Ну, по сути, змеевик, скажем. Змеевик, да, на который сверху приклеены нагревательные элементы, и это все вместе запаяно в экструдированный алюминий. Я так понимаю, это они и есть. Это... Или это датчики? Это датчики температуры, да. Которые все. При температуре 80 градусов. Ну, термостаты. Да, вышибают, открывают и закрывают. Выглядит в разрезе тен примерно вот так. То есть контакта с водой никакого нет, за счет чего увеличивается срок службы данных теплообменников. А скажем так, ну при выходе из строя меняется полностью теплообменник. Да, полностью вот эта коробочка меняется. Аналогично выполнен и вторичный теплообменник. Точь в точь. Да. Только он имеет проточного типа. Принцип работы всегда работает на отопление. Открываете водичку, главный воду. На него приходит сигнал, что нужно отключить вот этот теплообменник, и вся мощность переходит вот сюда. Все, то есть если 9-киловаттный, оно все переходит сюда. Этот отключается. В принципе, решение хорошее. Вопрос... Производительность у 9-киловаттного 5-7 литров в минуту горячего воды. Выход 75 градусов. Да, ну, это проточный водонагреватель, грубо говоря. Короткий. По принципу, проточный. Я смотрю, в принципе, неплохое решение в том плане, что укомплектован полностью. Он укомплектован полностью, то есть насос, бачок, полностью закрытая система. Да, и группа безопасности. Все здесь. Все есть. Вообще замечательно. А водонагреватели, что у вас там интересного такого? По водонагревателям. То есть у нас представлено два вида. Вот это обратно. Электронное меню и обычное. Управление. Да, да, только управление. Тут идет два нержавеющих бака, покрытых утеплителем слоем 20 миллиметров, и тен 2-киловаттный, расположенный здесь вот справа, вот в углу. За счет чего наш водонагреватель можно универсальный монтаж, вертикально-горизонтальный, в левую сторону. Получается, его можно в любом повернуть. Случае он будет заполнен. Да, да, но именно в левую сторону, чтобы были подключения слева. Вопрос. Страна-производитель? Страна-производитель Китай. И котлы? Да, и... производство у нас Китая. Да. В принципе, почему нет? Сейчас это никого не пугает. Нет, это никого не пугает. А это просто водонагреватель или что? Это котел однокомнатный. Это однокомнатный, да. А панели просто? Там сенсорная игра. Сейчас агитация.
интересное решение, конечно. Решение очень интересное такое. Ну, насчет вот двухконтурный котел, прям правда, по крайней мере, здесь на выставке и вообще в работе в твоей не встречал. Я давайте вам дам наш ассортимент. Угу. Здесь тут все представлено. Водонагреватели, котлы.